Тогда надо заниматься, любить, и пока любится, нужно ее делать, потому что то, как ты ее поешь, мне не нравится. Она, да. она во-первых, невероятно низко тебе. Вы же мне прислали высокую. Ну ты же не поешь в ней. На, пою. На концерте опять была низкая динамика. Нет. Значит, еще, значит, еще нужно выше поднять. Мне нормально. Александр Валерьевич, будьте добры, любите, пока любите. Ну, там я вообще... не знаю эту песню. А вы прям по с голоса, она очень простая. Любите, пока любится, не надо, не надо запев, на-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 
аккорда. Три аккорда. И на ней сейчас как раз и распоешься. И определимся в тональности. Вот они, пять шажочков. Вот они, переходы все. Давайте так, чтобы ей было полегче. Сразу сейчас возьмем оптимально, чтобы верхнее было си. Любит на-на-на-на-на-на. Та-д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 а
Любите, пока любится, ревнуйте, пока ревнуется, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается. Я могла неправильно спеть, и Вероника тоже могла. Сейчас наделать тоже. Поем еще разочек на тон ниже. Поем. Любите, пока любится, ревнуйте, пока ревнуется, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается. Ага, а теперь сделай так. Спасибо, Александр Валерьевич. Все замечательно. Все великолепно. Вам все приветы передают и восторгаются вами. Спасибо всем. Значит, встань на эту. Лю. Прямо встань на нее. Лю. Прямо раскачай мне ее. Прямо раскачай. Иди сюда. Александр Валерьевич держит. Фирматор. Пошли. И. Лю. Прям покачай ее. Для чего тебе сейчас это говорю? Это не говорит о том, что ты будешь так песни петь. Хорошо. Ты на нее не успеваешь вот встать, вот понимаешь, нет опорной нотки, с которой потом начинать. Если вы стартуете вяло, не точно, оно так и дальше цепляется. Понимаешь, ты должна на нее встать, прямо вот встать ее, на нее четко, точно, окрасить ее даже успеть, а потом дальше петь. Пошли. И... Любите, пока любится. Не так, Любите, пока любится. На-на-на-на-на-на-на-на. Вы же только что играли правильно. Я так же сам играю. Да, мы же мы. Пошли. И любите, пока любится, ревнуйте, пока ревнуется, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается. Хорошо. Чего на одном дыхании-то? Перед мечтайте не взяла. Не сходи с ума. Нормально, пой спокойно. Так, не поддавливай связки. Чувствую, что ты их поддавливаешь. Нет? Нет? Не чувствуешь? Ну, я чувствую. Вы чувствуете, Саналич, что она поддавливает связки? Нет, я не думала об этом. Честно. Вы не думали об этом? Я вокруг думала. Поехали. Облегчи немножечко. При хорошей опоре, но облегчи здесь себе горло, но облегчи. Есть немножечко, понимаешь? Даешь форсированного такого немного звука. Не должно быть форсированного звука.
по энергетике ты дашь и так все как надо. А сейчас не надо его раскачивать, а сразу в темпе поем. 2-3 раз. Любите пока, любится, ревнуйте пока. Сейчас взяла дыхание и было легче. Так, теперь вот отсюда поем запев Александр Валерьевич, сейчас гармонический. Будем, взяли этот аккордик, будьте добры. Не надо любви советовать. Поем запев. 2-3 раз. Не надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. И песня моя, поэтому. Еще разочек запев, уйди в хорошее легато, в хорошее опорное легато. Спускаешься вниз, оставайся, пожалуйста, наверху. Все хорошо. И не пой их отдельными нотками. Не надо петь, все цельно. Еще разочек. Спасибо, Александр Валерьевич, ну все замечательно. Пожалуйста. 2-3 раз. Не надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. И песня моя. И на-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 на
та да та да та. Как мы ждем? Сейчас у вас родится. Ничего. Ничего, сейчас все, все хорошо будет. Все равно отдельно. Вероничка, отдельно. Не надо в любви советовать, что помогает соединять все воедино. И динамика. Динамика удержит все. Ты играй, динамически играй. Оно же не может быть, одна нота, она не может быть упертой. Она все равно имеет развитие. Потому что звук имеет, он же движется. Даже одна нота, она же имеет движение. Поэтому сохраняй, пожалуйста, вот эту целостность. Mm-hmm. Не на, вот чтобы не было этого. Поехали еще, дочка. Сейчас найдется, Александр Ильич. И не надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. И песня моя поэтому. Вот, видишь, вот. И песня моя поэтому. Все, mm-hmm. все отдельно, понимаешь? Все было отдельно. И песня моя поэтому. Почему на А не посидеть? Вот почему не посидеть на А? Ты уходишь с нее, уже пошла по этому. Вот поэтому мне вот это поэтому и не нравилось. Все отдельно, понимаешь? Ты делаешь котлету, ты все туда затолкала, смешала, смесила и получила изделие. И ничего не разделяешь отдельно. Булку, мясо там и все остальное. Все должно быть у тебя гомогенно и все как надо. Что-то не то включила. Или я выключила наоборот. Так, я не слышу тебя в запеве совершенно. Дай о красочке, не надо любви. Ну-ка, без Александра Ильича. Не надо любви. Не надо. Что это было? Кошмар какой. Не надо. Где окраска? Где у тебя окраска? Не надо в любви советовать. Ну снимаешь звук. Советовать. Ну открой ты глотку, сделай ты нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Да, я выключила все. Все вообще выключила. Раз, два. Глаз. Раз, два, три, четыре, пять. На, потише, чтобы Александр Валерьевич. Раз, два, три. На. Будет громко, Александр Валерьевич. Сделайте еще потише, хорошо? Я просто сейчас... Не надо в любви... Все на легато. Не надо в любви советовать. Хочешь, сдвигай ритмический. Ну, как-то отдельно. Еще разочек, пошли. Два, три, раз.
Не надо в любви советовать. Хорошо. Кто любит, тот сам разберется. Спасибо. А почему нас сам снимает звук? Сам. Почему снимаешь? Снимаешь звук. Сам разберется. Ну что его снимаешь? Побежал звук и побежал. Еще разочек. Спой. Сам разберется. Спой сам. Спой эту фразу. Сам разберется. Микрофон. Ну-ка. Сам разберется. Ну посиди чуть-чуть на сам. Но только сделай ритмически. Вот представь себе, посидеть, но спеть ритмически. Ты как будто ее хочешь продлить, но ты ее не продлеваешь. Обмани сама себя. И сделаешь себе пользу. Сам разберешься, распой ее. Вот прямо сделай ее побольше. У тебя сам какая-то куция. Ну, сделай сам-то. Верник, не пугай меня. Сам разберешься. Сам разберешься. Нет, она вялая. Да, но она вялая. Сам разберешься. Сам. Спой только сам. 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 Нет. Сам. Динамики. Сам. Вот. 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 Сам. Сам. Сделай. Сам. Угу. Больше уходи вертикаль. Поджимаешь чуть-чуть в конце. Динамики добавляешь, поджимаешь. Уходи вертикаль. Еще раз учишься. Александр, с самого начала. Не надо и... Не надо любви советовать. Кто любит, тот сам разберется. Хорошо. И песня моя поэтому с припевом таким поется. Да, спасибо. Что с припевом? С припевом у нас что, высоковато? Ну это что, это си? Мы договорились. Нет. Та-да-да-да. Это до. Да, ну... Да, нормально. Ну она была... она на слух воспринималась как то, что... Ой, Вероника еле справилась. А должно быть свободно. На слух должно восприниматься слушателями свободно. Не то, что ой, молодец, справилась, а ой, как она хорошо это спела. Еще разочек. То есть свободно, все навигато, ну ее пускай вертикаль свою вниз. Еще разочек, не надо и... Не надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. И песня моя. Александр Валерьевич, ждешь чего-то кого-то? Никого не жду. У нас не оркестр, у нас не фонограмма. У нас Александр Валерьевич, который пойдет за тобой. Любите! Он же тебя поймает. Ну и поставь небольшую фирматочку на этом лю. Главное, спой это вот от души. Поем ее уже 2 года. Я знаю как. Сколько? 3? С 1 курса. С 1 курса. Да. И что? И вот все, мы вот это вот все у нас. Какая? Что, я пою, что ли? Ну вот именно. Надо спеть. Надо спеть. За фонограмму взяли и пошли. Да. А чтобы поработать, мы с ней никогда не работали, с этой песней. Мы с ней первый раз. Еще раз. Возьми что-нибудь спеть. Да? Да. Да, хорошо. Да, взяли и поехали на концерт. Но это плохо. Это плохо, поэтому. Да, понимаешь, харизмой ты берешь. Ты всем берешь. Вот сейчас спроси, в какой ты тональности ее поешь по фонограмме. Ты ведь не скажешь. Нет. Вот именно. Нет. Еще разочек, какое-нибудь вступление, Александр Ильич, будьте добры. Все равно не активное начало. Не надо, не надо. Низкая нота. Почему позиция такая низкая? Не надо в любви, не на. Где эта нотка окрашенная? Ну-ка, оскалься. Ну, так ты вспомни. Не надо. Нет. Не надо. Нет, ты закрытую сделай. Не надо, не надо. Сразу спрыгивай. Не надо в любви. Ну, в общем, надо искать высокую позицию, нужно искать здесь тембрально эту нотку. Будьте добры, какое-нибудь вступление, Александр Валерьевич. Не надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. Хорошо. И песня моя поэтому с припевом таким поется. Любите пока, любится, ревнуйте. Страдайте, пока мечтайте, пока мечтайте.
поет «Ана-на», мы все это убираем, сразу пошел второй куплет. То есть должны быть разные варианты, разные интерпретации. Mm-hmm. Если это танцевальный вариант, с которым ты работала, вот, mm-hmm. на новогодних, да, там «на-на-на-на», и там нормально люди танцуют, и все хорошо. А концертный вариант, тут «на-на» много mm-hmm. слишком будет. Поэтому сразу второй куплет. Слова не помнишь? Да нет, я просто резко... Резко? Да. Так, «Бланмирка». Ты сейчас понимаешь, тоже, вот, не выстраивай, еще раз, были хорошие, и твоя «А» была хорошая сейчас, вот «А» была хорошая. Советы, вот этот хороший был, хорошая была нотка. Не думай сейчас вот ни о каких надстройках и базисах, я тебя умоляю. Все, включила энергетику и поехали. Очень хорошо сейчас включи энергетику. Все остальное. И легато. Вот я тебя умоляю. И легато. Еще разочек сначала. И потом второй куплет сразу же. Давай. Не надо в любви советовать. Кто любит, тот сам разберется. И песня моя поэтому с припевом таким поет. Что звучит? Мажор, минор?